посмотреть только, сколько у нас тут всего. Всем привет, меня зовут Лиз, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рукастое видео. А посылочка у нас с кистями с сайта Valerie D. И давайте же ее скорее открывать. Какая красота! Смотрите только, сколько у нас тут всего. Так, у нас здесь накладная. А потом у нас здесь вот такая вот брошюрка. Вот такая вот у нас брошюрка кисти для визажа. На этом сайте очень-очень широкий выбор различных кисточек, аксессуаров. Кисти для моделирования и дизайна ногтей, кисти для косметологии, аксессуары, наборчики там есть. В общем, отличный сайт. А также там есть натуральная минеральная косметика, тени для век, оттеночные пудры. Тоже выбор, ну, прям такие широчайшие. Пудра основа, праймер, контейнер, финишная пудра. Оу. Нужно будет обязательно еще посмотреть, зайти вот в этот раздел, посмотреть, что там. Так, а еще что-то тут есть. О, вы только гляньте, какая прелесть. То есть, даже пакетик положили. Ну, прям-таки шикарный сервис. Рекомендации по уходу за кистями. Я в полнейшем, конечно, просто в восторге от этого магазина, от этого производителя. Ну и теперь давайте посмотрим сами кисти. Кисти у нас в запечатанном пакетике даже. Вот, разрываю при вас. И здесь у нас вот столько всяких разных кисточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, целых восемь кистей. Каждая кисточка у нас находится в отдельном вот таком вот футлярчике. Так, это у нас кисть для теней из волоса пони. Деревянная ручка. Очень приятный ворс, кисточка очень плотно набита. Будем пробовать. Дальше. Это у нас кисть для теней, волос белки. Тоже деревянная ручечка, уже пошире. А, и вот такая вот заостренная у нас кисточка. Очень мягкая. Она вот мягкая и в то же время такая вот очень-очень упругая. Мне кажется, очень-очень удобно будет, да? И складочку этой кисточкой прорисовывать. То есть за счет того, что такой вот узкий кончик, мне кажется, будет ей очень удобно. Мне кажется, он просто универсальный. То есть и что-то детально прорисовать. И, допустим, все веко при необходимости можно ей покрыть. Очень мягкая, очень приятная кисточка. Дальше. Давайте, наверное, сначала маленькие все кисточки посмотрим. Кисть для теней, волоса, колонка. Колонка, не знаю, что это, кто это. А, тоже ручка очень такая добротная. Кстати, вот в отличие от китайских кистей, прям чувствуется, что довольно-таки добротные кисти, даже элементарно. Здесь у нас нигде ничего не скрипит, не хлюпает, да, кстати, здесь у нас написаны еще номера этих кисточек. Ну, фокус. Вроде бы видно. А вот, значит, тоже очень хорошо кисточка набита. Она вот прям очень-очень упругая, заостренная. Ей будет очень, мне кажется, удобно прорабатывать мелкие детали, уголок глаза. Прям даже вот супер. Дальше. Дальше это у нас кисть для теней, волос козы. Все номера кисточек я оставлю обязательно под этим видео. Вот такая вот кисточка. Так,
У нас уже беленькая. О, тоже очень-очень мягкая кисточка. Тоже довольно-таки, вот она кажется такая прям пушистая, но она прям очень хорошо набита. То есть для растушевки я ее планирую использовать. Мне кажется, она будет просто великолепна. Вот так вот получше видно. Дальше. Обязательно я вам, конечно же, еще потом сделаю подробный обзорчик на эти кисти. Это у нас такие первые впечатления и распаковка. Так, это у нас кисть для теней волос куницы. Как, не знаю, видно, не видно. Такая вот кисточка. Тоже очень мягенькая, очень приятная, очень хорошо набита. Это такая кисть-карандашик, я бы сказала. Ей будет тоже очень удобно мелкие детальки прорабатывать. Классная кисточка. Так, еще одна мелкая кисточка. Это кисть для теней волос енота. Ну, все кисточки просто в исполнении идеальны. Это такая вот прям очень упругая кисточка. Тоже мягенькая. Хорошо не набита. Нигде, кстати, ни у одной кисточки, ни одной волосинки не торчит. Волос не выпадывает. Ну, великолепные кисточки. И две вот у нас такие большие кисточки. Это у нас кисть для пудры волос козы. Они открываются уже сверху. Так, это вот такая вот у нас кисточка. Не знаю, видно, нет номер, но ничего страшного. Кисточка тоже очень мягенькая, очень хорошо набита. Будет очень удобно ей наносить. То есть и проработать что-то ей будет удобно, и как бы общий тон нанести тоже будет очень удобно. Дальше. И последняя наша кисточка. Это кисть для румян волос пони. Классная кисточка, тоже мягенькая, отлично просто набита. В общем, я очень-очень довольна. Обязательно в ближайшее время вы увидите подробный обзорчик на них. А на этом все. Кому понравилось, не забывайте ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч!